Эх, как хорошо дышать свежим нарисованным воздухом моей новой нарисованной головой. А красиво-то как, господи, господи, боже мой. Ой. Нарисованная Юля прибыла, нарисованный Майнкрафт. Ой. Нарисованная Юля прибыла, нарисованный Майнкрафт. Господи, опять это неправильная Юля. Юля, ты опять кого привела? Я никого не приводила, он сам прицепился. Да, вы узнали меня? Это я. Да, мы узнали тебя. Смотри, там сзади твое творение летает. Где? Ну, вон там, наверху. А, да, это я рисовал. Да, нам теперь приходится с Юлей вот с этим жить. Оп. А что с вами произошло, ребята? Что-то вас тут доживало немного, я вижу. Да. Меня подставили. В смысле тебя подставили? Она прыгнула за цветком. Неважно, куда она прыгнула. Я прыгнула, да-да-да. Это, короче. А, ну, то есть, получается, подставили. Да, нас подставили. Меня смотри, как подставили. Ты посмотри на мое лицо. Ты видел, как меня подставили? Да, только у тебя что-то, ты какой-то, ну, дрыщ такой, знаешь, такой. Так тут дрыщ-то, это понятно, а лицо меня вообще конкретно подставили. Это Юля меня так нарисовала. Я нормально, нормально, красиво. У тебя реснички такие вот. Знаешь, такие вот, такие. Угу, очень красивые, да, Юля? Нормальный, что ты выпендриваешься? Я тут это вот в море плавал, получается. Вы дом мне построили? Дом? Да, да, дом построили. Юль, крутой же дом построили, да? Да, очень крутой. А ты расскажи, какой дом, а я пока, ну... Вспомню, где он. Вот. Большой дом, большой, мне кажется, красивый. Вы меня обкладываете. Нет, там большой дом с дверью, знаешь, это просто сюрприз. Мы сюрприз хотели сделать, Игорь. А вот... сколько у меня комнат в доме? Сейчас ты сам и увидишь. Он прямо здесь. Игорь, иди сюда, смотри, иди сюда. Что это такое? Ты сейчас увидишь, это твой новый дом, вот он. Да, там дом, он там вход. Мне да, кажется, там... ты меня разводишь. Да. Не-не-не, там вход. А это нормально, что там какая-то леопердовая такая штука? Вот, видишь, там... да, это специально, это проход такой, Юля, это же портал такой. Это дверь. Да, это дверь. Это там... То есть вы мне сделали секретный дом? Да, ты же любишь там всякие... Как у спецагента? Угу. Это Игорь 007 получается? Шпион. Да. А у меня есть там машина? Ну ты посмотри, это же сюрприз, ты спрыгни и сам увидишь. А я точно не убру? Нет, прыгай. Не. Это точно все будет хорошо? Да. Да все хорошо, я тебе помогу, давай. Что ты со мной сделал? В смысле, что я с тобой сделал? Ты посмотрел дом, нормальный, красивый? Какой нафиг дом? Ты посмотри на меня, у меня вместо ног палочки, вместо рук палочки, вместо лица тоже палочки. Юля, о чем он говорит вообще? Я не могу. Я не знаю. Я какую-то фигню несет. Так ты дом-то посмотрел там? Я теперь такой, как вы зачем это сделали? Все пропало, мое красивое тело, куда же ты пропала? Как ты меня нарисуешь, я не могу понять, я тебе что? Это, вот это, да? Ты полотно. У нас с Юлей все схвачено, так что не переживай. Я не полотно. Ты... Да, схвачено. Мы сейчас все решим. Эй, нарисованный, нам нужно еще одного дурика нарисовать. Кто дурик? Да это... Да там один, не перед... это я не про тебя. Ну ладно. Это он про себя. Ой, как же вы уже меня достали. Для того, чтобы разукрасить Игоря, потребуется кожа, кости, коричневая шерсть и кварцевый блок для его белоснежной улыбки. Да, слышал, это он про меня, это я такой красивый вообще-то. Ну, очень красивый, у тебя вместо зубов кварцевые блоки. Это просто как вот это в рекламе про одну пасту. Игорь, хочу представить тебе великолепную парикмахерскую, где стригутся наши лилшипы. Пойдем посмотрим. Ты, Жек, видел, что у него башка прозрачная? Я не Жека, я оператор. Ты вообще хочешь, чтобы у тебя лицо появилось, или ты хочешь до конца жизни кочерыжкой ходить? Это зачем на молцы? Так вот сейчас все объясню, заходите вовнутрь. У нас тут есть коричневая овца, которая дает коричневую шерсть. Ты где там идешь? Вот, смотри. Я не знал, что вовнутрь это здесь, я думал, что вовнутрь это там. Вот смотри, забирай из этого сундука стак коричневой шерсти, и тебе даст карандашик, вот бери. Опа, появился, только я тебе его не дам. Почему? Потому что это мой карандаш. Ладно, хорошо. Хорошо. Короче, Игорь, раз это твой карандаш, тогда ты и будешь разукрашивать коричневую шерсть. А мы пока с Юлей пойдем, сделаем кварцевые блоки. Это что закидало? А как ее разукрашивать? Она же просто коричневая. Ну, вот и... Ты не хочешь отдавать? Вот и разукрашивай. Вот у тебя коричневая шерсть, вот ее и разукрашивай. У нас, кстати, есть галерея шерсти, Игорь. Пойдем покажу. Ой, это надо посмотреть, да. Так, ладно. Надо, чтобы в стиль, так сказать, барокко, рококо. Хорошо, вы там пока идите, а я пока сгоняюсь, сделаю кварцевые блоки. Все-таки не зря мы с Юлей Байдуда были очень много кварца. Вот он и пригодился. Я и не думал, что
зубы Игоря должны быть из кварца. Вообще какая-то странная фигня. Ну ладно, неважно. Самое главное, что я сейчас сделаю 64 блока кварца и получу за это карандашик. Опа, вот и готово. Игорь, вот смотри, вот такая шерсть есть, вот такая шерсть, вот такая, вот такая. Угадай, кто ее рисовал. Я так понимаю, ты, потому что тут спица, да, вот это вот для... Нет, это не я. Не, ну это какая-то полная фигня, Юля, мне кажется. В смысле фигня? Я старался, я несколько часов это все рисовал, в смысле фигня? Каких часов ты рисовал? Ну, ты тут придумал? Минут, несколько. Не дави на меня! Хорошо, раз это говно, тогда нарисуй лучше. Все, вот, где там твой карандаш? Коричневая шерсть. Подожди, а Юля-то что у нас будет рисовать? Не знаю. Юля, а ты нарисуешь ему лицо тогда потом. Все, давай, Игорь, ставь свою... Нет! Да? Я против, я буду рисовать кварт. Да может только если что красиво. То есть я сейчас буду просто эти отдыхать, да? Да, ты потом Игорю... Понятно, вот, держи тебе вот кварцевый блок, держи тебе... Так, я придумал тебе занятие. Вот, смотри, коричневая шерсть. Нет, 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 давай, давай, давай. Давай, давайте, рисуйте. А дай мне карандаш. Я дал, может, он у Игоря? Нет, ты у тебя. Вот держи. А это кварт? Да. Смотри, на них стоят. Сосредоточены. Что делаете? Не мешай. Я рисую. Я не могу настроить коричневый цвет. Как это? Я все. Я тоже. А я тут, кстати говоря, тоже время не терял зря. Я бы построил кое-что для Игоря, но ты узнаешь, что потом, когда дорисуешь. Давайте, жмите, уже готово на счет 3. А для меня построил что-нибудь? Для тебя ничего не построил, Юля. Давайте, жмите. Понятно. На счет 3. Раз. Два. Три. О, нифига себе. Слушай, Игорь, ну неплохо. Это даже, я думаю, лучше, чем у меня. Итак, товарищи, что вы видите на вот этом блоке? Я вижу кусок коровы. Ну да, а что это на самом деле? Разбивалось немного по-другому. А что это? Это коричневая шелковая ткань с белыми пятнами от майонеза. Понятно. Юля, что это? Это блок кварца. Это Кирилл? Да, это Кирилл. Кирилл теперь блок. Это очень локальная штука. У нас просто есть лучший друг Кирилл, у которого никнейм Кварцман. Юля рисовала вот так. А это кто рисовал? Красиво. Это я. Итак, подходите сюда, дамы и господа. Значит, смотрите, что мы берем. Мы берем... А, подождите! Ты скинул коричневую шерсть? Да. Так, подожди, теперь мы скидываем белую керамику, скидываю костный блок и кварцевый. Уюп! Голова Happy Lime. Вот то, что нужно. Теперь Игорь за мной. Что, у тебя есть моя голова? Ну, почти, почти. Хорошо, я покажу мою голову. Ну, ее пока нету, ее нужно рисовать, пошли. Да, это карандаш. Заходи, Юля, ты тоже проходи. А можно это будет рисовать не Жека, пожалуйста? Я не хочу, чтобы мою голову. Мы уже договорились. Да, мы договорились. Юля рисовала карту. Мою голову. Давай, садись. Это я рисую, ты мне рисуешь голову. Да. Я отказываюсь в этом участвовать. Садись, не стесняйся. Так, подожди. А можно красиво, что было? Да, только не шевелись, хорошо? Все. Нарисуй мои усы. Не, не усы. Ладно, все, не шевелись. Нужно, чтобы ровно было, не шевелись. Хрень нарисовал, Игорь, да я правда... Нарисовал? Я правда старался. Покажите, дайте мне зеркало. Подожди, я еще не нажал, готово. Ты готов это увидеть вообще? Нет, я не готов, пожалуйста. А я нажимаю. Раз, два, три. Мне можно уже смотреть на себя? Ты что нарисовал? Блин, ты посмотри на это вообще. А что это такое торчит? А что это такое? А, это флаг Украины, это. А-а-а. А почему у меня ноздри такие вот? Ну похоже, нет? Ну? А где усы? Ну усы решил идти. Что ты что тут придумала? Какие же усы? Так, вообще это не смешно. Так, а где мой дом? Какой дом? Который в начале серии ты мне обещал, когда я прыгал в тот колодец, который ты меня обманул. А, дом! Дом!
Кажется, придется ему все-таки дом показать. Так, Игорь, проходи. Я что, зря дверь рисовал? Так нет, не зря, мы сделали тебе дом. Да, какое солнце. Оно как твоя улыбка. Игорь, ну вот, в общем-то, мы и пришли. В смысле? Я живу на улице, спасибо. В смысле? Нет, 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 вот он твой дом, вот он. А сколько квадратных метров? Два. Два. Очень классно. Очень классно, спасибо. Что вы думаете, я не понял? Да тут классный дом же, да? Поприкольный был, понравился? Очень классный дом. Ладно, давайте, мне тут своими делами надо заниматься, пока. Игорь, а может пойдем мы там это... Можешь не подсматривать в дырочку? Так получше будет. Вы что здесь делаете до сих пор, я не понял? Хватит за мной следить, это или что, дом 2? Нет, это дом Игоря, так сиди, занимайся своими делами. Я ухожу, ухожу, ушел. Юля! Моя Юля! Или броню надо было снять, ты чё такая палевная? Там у меня броня спалит. Я чё знала, что так у глаз глаз. Я всё слышу! Я там это... Ставила коровью лепёху. Под лёху? Какой ещё коровью лепёху? Я тебе покрою лепёху. Это мне весёлый молочник передал, Игорь. Сам для тебя. Нормально спрятала, так и не заметил, дурак. Угу. Он счастлив. Да? Кажется, он не по реестру квартирные свои квадраты расширяет. Не могу. Не могу больше на него смотреть, мне плохо. Пока.